смотрите, вот сейчас Клауд на питончике быстренько скриптик написал, загрузил в Amazon, и ты уже царюешь, грубо говоря. Очень классная атмосфера, такая рабочая. Тут можно получить самый классный отзыв в мире, негативный отзыв. Ну да. Здесь это такой клёвый способ потренироваться. Днепропетровск — это самый классный ивент в таком формате. Время пришло! У них нигде не было возможности этим заниматься. С тебя такая ответственность, с нас знания, вместе тренируемся. Вот ты доработал ИИ, ну и я по их вложил ИИ, и дальше что? Они будут танцевать, они будут читать стихи, они будут уметь хорошо разговаривать со сцены. Я считаю, это будет тренд.